Ну а далее рубрика «Без происшествий». Коллега Илья Кошкин расскажет, как не попасть в просак на перекрестке с круговым движением. В нашем городе уже появилось 3 перекрестка с круговым движением, что непривычно для нашего региона. И многие водители совершают ряд ошибок. Например, они не показывают знак поворота, когда въезжают на перекресток с круговым движением. Или могут двигаться в противоположном направлении, что не соответствует требованиям данного знака. Возможно, водители не соблюдают дистанцию во время маневрирования на данном перекрестке, что может привести к аварийной ситуации. Поэтому сегодня в рамках рубрики «Без происшествий» мы обратились в ГИБДД, где нам рассказали секреты таких маневров. Существует несколько видов перекрестков. Это Т-образные, У-образные, четырехсторонние, а также перекрестки с круговым движением. Один из перекрестков находится на пересечении улицы Луганской и улицы Ломоносова. Сотрудники госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения при проезде данного перекрестка. На данный перекресток с круговым движением допускается въезд с любой полосы, а выезд только строго с правой крайней полосы движения. Само движение осуществлять на перекрестках данного вида разрешается в любой полосе, но при выезде обязательно занимать крайнюю правую полосу. Данный маневр будет безопасен для водителя, а также это не будет являться нарушением требований правил дорожного движения. Въезжая на перекресток с круговым движением, помните, что круг является главной дорогой, и вам следует предоставить преимущество водителям, которые уже движутся по перекрестку. Госавтоинспекция Кировской области обращается ко всем водителям и напоминает о необходимости повторять правила проезда перекрестков и выполнять требования правил дорожного движения при осуществлении проезда на них. Вот так сегодня кто-то узнал, а кто-то вспомнил секреты проезда перекрестков с круговым движением. Это была рубрика «Без происшествий». Меня зовут Илья Кошкин. Соблюдайте правила дорожного движения, и вы сохраните несколько десятков тысяч рублей. И не станете одним из героев места происшествия.